Привет, друзья! Спешу вам сегодня сообщить информацию. Я вчера просил, чтобы мне нашли эту информацию от достоверного источника. Это голосовое прислали мне от человека, от коренного жителя, от рыбака, который там был, видел. И вот он ситуацию всю обрисовал в двух словах. Вот, послушайте голосовое сообщение, спешу вам сообщить, как бы. Информация за 10 декабря 2020 года. Вот, я опять не дома, на работе. Ладно, ребят, давайте послушаем. Всем спасибо. Всего, удачи. С вами был Роман. Ставим лайки, бабалайки. Всем привет. Леха, здорово. И это. Короче, до Лазарева там делать нехуй сейчас, потому что рано еще, нахуй. Там ни налаги, ни зубаря, нахуй. А на Тигиле тоже рыбы нету. Ну как, она есть, она боится, потому что лед еще не помутнел. Лед светлый, и как бы она боится. Лед прям прозрачный, нахуй. И два человека вчера, нахуй, под лед ушли, нахуй. Ебанули туда к островам, долбоебы, нахуй. Думали там рыбу найти, нахуй. А рыбу не надо искать, рыбу надо сидеть. Сейчас, в данный момент. Либо с собой брать какое-нибудь укрытие такое, на низ стелить, садиться на него, нахуй. Типа войлока, ну, знаешь, как вот это, утеплитель вот белый, нахуй. Стелить его просто, садиться, лунку делать, нахуй, и все, и сидеть, и будет рыба. Она шугается, она говорит, дно, вот ходишь, и дно видно, нахуй, ёптымать. Все блестит. Пока не помутнеет лед, рыба ловиться не будет. Это где-то неделю еще.